наступлением весны на дороге выезжают мотоциклисты, и не каждый, как показывает практика, соблюдает правила дорожного движения. Так уже в первые минуты рейда сотрудники госавтоинспекции останавливают водителя без шлема. Средства защиты мужчина отдал ребенку. За такое нарушение грозит штраф. Кроме этого, мотоцикл без номеров, а водитель не имеет водительского удостоверения соответствующей категории. Как вы видите, естественно, шлем имеется. Просто второй еще не пришел к доставке. Такие рейды сотрудников госавтоинспекции помогают предотвратить несчастные случаи и еще раз напомнить водителям о простых, но таких жизненно важных дорожных правилах. Это особенно актуально в школьный период. К слову, детям также рассказывают, как вести себя вблизи автомобильных трасс. Вот смотри, как правильно переходить дорогу, должны быть светящиеся отражатели. Вы тоже соблюдайте, как жить нельзя за рулем. Напоминают еще раз о правилах дорожного движения, и пешеходам волонтеры раздают жителям тематические листовки. В машине для детей должно быть специальное кресло. На самокате нельзя выезжать на дороге. Об этом также рассказали в рамках профилактических бесед. Проходит ежегодная акция о том, что мы жителей предупреждаем и напоминаем о безопасности на дорогах совместно с ГИБДД. Строгое соблюдение элементарных, но важных правил могут свести к нулю случаи дорожно-транспортных происшествий. Профилактические рейды пройдут во всех микрорайонах городского округа Химки. Анастасия Кравцовская, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.